Всем привет! Встречайте новый проект, который я собираюсь напечатать на 3D принтере. Это КамАЗ Мастер 432690. Для начала я скачал проекции КамАЗа Мастер и добавил их в программу. И далее приступил к моделированию. Модель готова. Так же как и готово новое универсальное шасси, которое подойдет для всех моих будущих дакаровских проектов. Оно дает нам возможность заменять кабину и кузов буквально за минуту. Детали, отмеченные красным, нам понадобятся для постройки бескапотного КамАЗа, а для постройки капотной версии устанавливаем детали, отмеченные зеленым. Кстати, этот кузов я уже собрал в прошлом видео. Переходим к печати. Закидываем детали в слайсер и выставляем такие настройки. Высота слоя 0,2 мм, сопла 0,4 мм, толщина стенки 4 мм, а заполнение 20%. Убеждаемся, что нас все устраивает, и идем отдыхать. Когда все детали напечатались, приступаем к удалению поддержек. Мой любимый процесс. Далее необходимо запрессовать гайки М2 в детали рамы. И во все остальные детали. Помимо гаек М2 запрессовываем 4 гайки М2,5, отмеченные зеленым. В дальнейшем в эти места будут установлены амортизаторы. Соединяем части рамы и прикручиваем винтами М2 на 12. Берем винты М2 на 14 и устанавливаем кронштейн, на который будет крепиться брызговик. Устанавливаем передние кронштейны на свои посадочные места. Для склейки ПЛА пластика я использую дихлорметан. Далее необходимо установить нижние кронштейны, к которым будут крепиться мосты. И прикрутить распорки. Также необходимо приклеить кронштейны замков кабины. На этом сборка рамы завершена, а данную модель вы можете скачать на моей странице на Calz 3D. Ссылка будет в описании. И здесь же я выкладываю все свои проекты, доступные для скачивания. В следующем видео мы приступим к сборке других частей шасси. Всем добра!